розпочнемо дуже цікаву розмову. І розпочнемо її з такого собі, з такої собі розповіді. У невеличкому приватному ательє зустрічаються Марко Мілун і Святіслав Шнайдер. Один олігарх, власник заводів, але в розірваних штанях, які потрібно терміново зашити. Другий – кравець, що зайнявся шиттям, втративши роботу інженера, і тільки він в новорічну ніч може допомогти олігарху. Але, як з'ясовується, тріснути можуть не тільки штани. Тріснути по шву може все життя. А цю діру заштопити значно важче. Якщо ви ще не зрозуміли, ми говоримо про те, що 3 жовтня в Дніпрі буде прем'єра, про яку ми зараз поговоримо з нашим гостем, одним з учасників цього дійства, народним артистом України Євгеном Чупурняком. Дуже раді вас вітати у нас. Вітаємо. І дуже раді, що в Дніпро нарешті буде така подія. Це як радий вас вітати. Ой, то ж. Скажіть, доброго ранку. Доброго ранку, дня, вечора. Взагалі, скажіть, будь ласка, кому взагалі прийшла у голову ідея створити тандем Чепурняк Делієв в ідеальному фасоні? Ну, я не могу сказать, что эта идея пришла в голову драматургу Владимиру Джурджевичу, потому что он серб, он не знал о нашем существовании. Но это чистая воды случайность, хотя ничего случайного в этой жизни не бывает. Все точно. Пьеса приехала к нам вот такой, как она есть, она попала в руки ко мне, и я имел возможность выбирать партнера. Первоначально моим партнером должен был быть Гарик Карагоцкий, потому что мне казалось, что это именно его роль. Он такой очень яркий снаружи и очень сложный изнутри. Кроме того, он пробует себя в театральном деле. Ну, есть пробы удачные, неудачные. По мне так удачно, парадоксально. Но по мере того, как мы репетировали, Гарик пришел к выводу, что это его не греет, это ему не нравится. И он хочет сменить роль на роль продюсера. Поэтому я начал выбирать партнеров из небольшого количества своих коллег. И кто которых был в этом поле? Знаете, давайте я не буду говорить, потому что, собственно, круг-то замкнулся. Коло замкнулось. Добрый. Все это привело к одному единственному исполнителю, такому же парадоксальному, странному и необычному, как смею надеяться, и я, и тоже вне жанра. То есть мы оба себя чувствуем не в своей тарелке. И это звезда маски-шоу Георгий Делієв. Вот таким образом этот тандем сложился. Звучить дуже круто. Я лаконічно розказав. Та ви чудово розповідаєте. Дуже цікаво. Головне, що дуже цікаво ви розповіли насправді. Тож, така кропітка робота, підготовка до прем'єри. І скажіть, будь ласка, скільки на це було витрачено часу? Трудно підсчитати. Важко зважити. Тому що часи складні, коронавірус. Звичайно. Тому проєкт починався пару років назад. Потім він замирав. Потом пришел коронавирус, потом ушел коронавирус, потом Делієв рожал детей, потому что он молодой отец. А потом мы решили, что несмотря невзирая ни на что, мы должны это закончить. И весной этого года мы приступили к репетициям. Сначала в Днепре, потом мы переехали в Одессу на сцену театра «Маски», где Делієв служит, и это его театр. И вот там мы в течение месяца репетировали этот спектакль, и там же состоялась премьера в Одессе. А скажите, будь ласка, от ви два, ну, відомих актора, як на мене. Ну, друг другу ми точно знаємо. Ну, так. Але ж ви раніше не зустрічалися на одній сцені. Не було ж такого? Ні, ну, я не можу сказати точно, ми не зустрічалися на одній сцені. Ми виходили на одну сцену. Я виходив, говорив шоу «Маски», потім виходив Делієв зі своєї компанії. І так продовжилось багато років в течение всієї моєї, дуже короткої, я ж молодой, дуже короткої житті. Ну, как бы это же интересный актер. Но в качестве партнера он мне никогда не встречался, и я ему тоже. Мы вообще работаем в разных жанрах, на разных полянах. И если бы я был зрителем, а не артистом, который там играет в этой пьесе, я бы просто из любопытства пошел посмотреть, как эти двое будут корячиться вне своего жанра. А зараз вы выступаете обидва в головных ролях. Чи немає у вас такого перетягивания ковдри, якогось чи щось такого подібного, суперечки якихось немає? Ну, вот сейчас вы сеете.
Конечно. Якщо що, звинувачуйте мене. Надо би поругатися. Нет, понятно, что в репетиционном процессе есть споры, есть абсолютно непробиваемые какие-то места. Кто-то должен идти на компромисс. Нет, неправильно. Я должен идти на компромисс. Я компромиссный человек. Но в результате вот этой закалки, ну, получается результат. Каждый из нас, он такой, как он есть. И актеры, они ведь рождают персонажей из себя. Мы из себя лепим это. И вот это я могу, это я не могу, это я хочу, этого я не хочу, это я хотел бы, но у меня не получается. Я уверен, что то же самое и у Делиева, и наши внутренние комплексы, они не выносятся на суд зрителей. Понятно, что есть споры творческие всегда, но результат – это спектакль. Тобто ось у одному з інтерв'ю ви якось сказали, що ця вистава – це був експеримент, і це було ніби як насильство над собою. Тобто ви саме це мали на увазі, що вам було складно, вам треба було йти на компроміс? Я такое говорив? Я лгав. Понятно, що це абсолютно новий жанр, нове поле. Я всю жизнь провел на эстрадных, открытых подмостках, где зрители были передо мной, где я мог задать вопрос, получить в ответ любой ответ. Ну, можно по морде получить от зрителей. Это же опасная история. Но, тем не менее, это несколько другое пространство, поскольку на эстраде номера, они короткие, и единица произведения – это миниатюра, маленькая. А здесь как бы большое поле, здесь образ, его надо развивать. Это не я, это другой человек, и его нужно сыграть тем, что ты имеешь своей внешностью, своими внутренности, свои эмоции туда вложить. Но это же как бы не... Поэтому это не я. Поэтому, конечно, это безусловный эксперимент. Причем он двойной. Двойной, поскольку для Делиева это тоже это эксперимент. Правда, он в этих экспериментах он давно, потому что, если вы обратите внимание на старые записи, те, которые обошли весь земной шар шоу «Маски», они там не разговаривают. Последние годы шоу «Маски» заговорил. Они выпускают спектакли, Делиев снимается в кино. И у меня есть скромные попытки. Но я всю жизнь говорил, а они ведь молчали. Поэтому для него это тоже эксперимент сложный. Сложний, але від без сложності скучно жити, правда? Так, тим паче це як розвиток, це щось нове і якісь нові сторони своєї особистості можна відкрити. Вот, я би не сказав, розумієте, може бути, це там тупикова ветвь. Бухаєте, тобто зараз пройде спектакль і все скінчиться? Ні, ми вийшли на другу дорогу. И она достаточно сложная, потому что, во-первых, это антрепризный спектакль, и сколько зрителей придет, столько и придет, сколько городов захотят это увидеть, столько и увидят, и этим приходится заниматься. У нас как бы сложная система из небольшого количества человек. Есть исполнительный продюсер, есть продюсер Гарри Карагоцкий, есть агент, есть режиссер спектакля Андрей Евсеенко, есть осветитель, то есть все как в театре, но это все очень мобильно. Декорации должны выехать, они должны прибыть в определенную точку, спектакль должен отыграться и ехать дальше. Такова его жизнь. Это не стационарный театр, где актеры, я не скажу, что позевывая, но и пожевывая, они приходят на службу, в театре служат, они работают, они приходят на службу, в свою гримерку, они раздеваются, они достают свой стакан, наливают туда свой чай, достают свой грим, и так повторяется изо дня в день. Кроме гастролей у нас такого нет. Мы бродячие артисты, мы в дороге день за... Какая ходульная фраза. А скажіть, будь ласка, от ви казали, декорації склали та поїхали. А ми чули, що у вас там активно використовується лід та полум'я. Як це? Це правда? Що ви там палите та що заморожуєте? Ми там... А я не скажу. Я не скажу, потому что и так достаточно. Какие же вы интриганты. И так достаточно уже было сказано. Уже было сказано, кто из них кто. И кто кем был в прошлом. Пусть это остается загадкой. Тем более, что кто его знает, может гореть дед за кулисами. А результаты этого пожара, они выносятся на суд зрителей. Там много поворотов в этой пьесе. Я, когда ее читал, и вообще сам не успевал следить, а куда это все дело приведет. И потом, когда я прочитал первый раз эту пьесу, я подумал вообще, а зачем?
а зачем и что, что автор имел в виду. А потом нужно было как бы копаться, разбираться, потому что это все такая очень тонкая вязь, тобто вязь интриги. Не просто подивитися, ще й подумати доведеться глядачеві. Ну, думать им не придется, у них не будет времени, потому что там очень быстро меняются ситуации. Они, понимаете, они играют... Ну, опять же, я это говорил, но тем не менее, они играют шахматы, это шахматная партия, где все время новая комбинация, где добавляется какая-то фигура, сбивается, но у обоих игроков, у них там карты еще, понимаете, в карман, они все время достают какую-то карту и бьют очередного туза на шахматной доске. А что это? То ли мат, то ли пат, то ли шах, а кто его знает? Это жизнь. А можливо, взагалі хтось для себе по-своєму якось це зрозуміє. Не так, як воно є, а якось по-своєму, і це щось йому привнесе нове в життя. Це взагалі буде круто. Івана, яка ви умна, от іменно. От звичайно, там відкритий фінал. Ну, понятно, все идет и так. Понятно, что эти двое, они, у них есть один предмет, вокруг которого обожание. Вокруг которого крутится вообще, сложилась вся эта интрига, она сложилась в прошлом и складывается сейчас. Но что будет дальше с каждым из них, ну, это как бы открытый вопрос. Куда они пойдут, куда каждый из них пойдет, и пойдет ли, и вместе ли пойдут, либо отдельно. Кто их знает? Жизнь. Как страшно жить. Дуже страшно. Скажіть, будь ласка, а як ви гадаєте? Ну, у нас дніпровський глядач, він такий розбалований, йому все там, можливо, розкажи та покажи. Чи цей відкритий фінал не розчарує глядача? Чи вони не чекають чогось ось такого вже остаточного, що свершиться, і вони все зрозуміють, і спокійнісінько підуть по домівкам? Слушайте, ну, то, вот в этом есть одна, вот в том, во всем, что вы сказали, есть одно точно устойчивое место. Они спокойно пойдут по домивкам. Вот это совершенно точно. А разочаруются они или не разочаруются, расстроятся или не расстроятся, это дело зрителей. Искусство для того и создано, чтобы каждый его воспринимал, ну, это же субъективно. Есть объективность, есть субъективность. Каждый воспримет именно так, как воспримет. Знаете, я как-то был, мы как-то были на гастролях в Берлине. Там было много концертов, и я пообщался с таксистом. Он, это был наш, выехавший отсюда из бывшего Советского Союза. И он сказал, что, знаешь, я вот очень долго мечтал пойти на Илью Ахиджакову. И, наконец, она приехала, и в Берлине появилась афиша в Русском доме или на какой-то другой концертной площадке спектакль с участием Лии Ахиджаковой. Я купил билет, я купил цветы, я надел малиновый пиджак, я повесил красивую брошку, у меня были синие туфли. Вот. И я взял девушку под ручку, и мы вместе, и мы пошли на этот спектакль. Мы хотели, чтобы нам сделали сладко, а она нам сделала горько. Этот спектакль был тяжелый, этот спектакль был грустный, я так расстроился. Я недоволен, это все очень плохо. Вот как бы такой взгляд. Я уверен, что Лия Хиджакова тут оцінюється навіть не гра актора, а який був спектакль за настрой. Нет, но они хотели, чтобы им сделали сладко, понимаете? Ну, я не знаю, что хотят. Я полагаю, что вообще в наше время премьера – это редкость. Премьера вот такая, особенно днепровская, это тоже редкость. Времена тяжелые, коронавирусные. Мы живем в намордниках, мы боимся чихнуть и кашлянуть, мы боимся выйти из дома, некоторые сидят дома, они даже не придут на спектакль. И поэтому все, что новенькое происходит, и до тех пор, пока это все не захлопнется, оно вот-вот захлопнется, потому что идет осень, и уже желтая зона. А у вас там нормально все? Можно ходить без, поки там в Дії зелений сертификат про вакцинацию? Пускаете? Без вакцинации? Я не знаю, я не можу перевірити всіх, хто прийде на виставу, але можу про себе сказати, що я привитий і вже після ковіду. Тому я сподіваюся, що нічого такого не коїться. Жодної небезпеки. Для мене жодної небезпеки. Що стосується Делієва, то в нього інший погляд на цю проблему. Але я вважаю, що обставини, вони його підведуть до того, що у нас погляди будуть однакові. Отак от обставини людей зближують у поглядах. Да. А що робити? Нічого так, не робити. Нікуди діватися. Приходити на виставу. Ну, ви
це звичайно, не головне. Так. Інтригу нам не відкрити. Штани зашиють, не зашиють, не розкажете. Також будете інтригу. Зашиють, але як? Ага, але і як? І це не має ніякого жодного значення. Ну, тому що не в штанах справа. Ну так. Я в шалевому количестві. Ну це вже кому і як. Я уцелею, мене душать. Я это, понимаете, душить і погибнуть за штанов, это вообще... Складно працювати, коли грустно, треба зашити штани, тебе душать. Я очень жду. Я очень жду, потому что ну, у нас три премьеры. Первая премьера состоялась в Одессе, мы там репетировали. И вообще правильно, когда в столице юмора, это я иронично говорю, потому что, ну, кто ее назначил в столице юмора? Хотя город особый, Одесса. Премьера состоялась в Одессе, и были аншлаги, было три аншлагов. И мы ее играем регулярно раз в месяц в Одессе. Но это одна премьера. Вторая премьера в моем родном городе, в Днепре. И, ну да, настороженные зрители, но тем не менее, это мой город, я его очень люблю. И все премьеры, которые мы когда-то преподносили на суд зрителей, они начинались здесь. В городі на Дніпрі. До речі, Дніпрі. Наші кореспонденти вийшли на вулиці та запитали у мешканців Дніпра, чи знають вони взагалі про альтернативні театри та чи відвідували колись такі. Давайте зараз разом подивимося, а потім обговоримо, як вони до цього ставляться. Із задоволенням. Жодного разу не був, не знаю. Це дуже дивно, це арт-хаус, щось таке незвичне. Але, я думаю, варто спробувати сходити, але жодного разу ще не був. Я взагалі в театрі не ходжу. Інколи буває. Відвідуємо, так. Я ходила до одного актора. Розкажи про ваші емоції. Я скажу, что я первый раз была там, и я под впечатлениями ушла, со слезами, с родителями были. Ну, очень классный был. В основном я сейчас живу в Киеве, я там сейчас хожу, и я когда здесь жила, в оперный ходила очень часто. Вот. Особенно на балеты. Ну, может, конечно, бы не против бы посмотреть, что как и почему. Бачимо, люди не бояться, люди цікавляться, хто навіть не знає, вони такі, ну, хотів би, спробував би. А деякі ходять в наш Крик до театру одного актора, звісно, куди ще можна в Дніпрі, якщо так вибирати саме такий театр, який би був незвичний. Так. Звісно, можна піти в Крик. Але добре, що вони не кажуть ні, ніколи в житті, взагалі, хай йому греть, а все ж таки цікаво. Іване, це стидно, в цьому стидно признатися, але должен констатувати один грустний факт. Народ в театр не ходить. Примеры редкие. Есть постоянный контингент. Который, народ не ходит, а стыдно вам. Который, чему да, так? Который, стыдно мне? Мне стыдно. Потому что я ведь на сцене 40 лет, и, может быть, я один из авторов этой ситуации. Такое ведь может быть. Потому что ну, ходить в театр можно, должно, но это обязательно нужно делать, потому что это живое искусство, оно не умрет никогда. И я считаю, что вообще неприлично не ходить в театр, не смотреть вообще, что происходит. Они бывают разные, спектакли, театры разные. Можно было выйти разочарованным, можно со слезами на глазах, можно с замечательным, хорошим настроением, можно получить катарсис. От этого всего. Но для этого нужно ходить. Тем более, что в Днепре есть большое количество театральных событий. Конечно, их меньше, чем в Киеве, но тем не менее они есть, которые имеет смысл посетить для того, чтобы, ну, как минимум, в разговоре со знакомым, который не ходит, сказать, а я ведь был, и я ведь это видел. Это и Крик, это и театр «Верим», это эстрадные эксперименты. Понимаете, многие артисты, известные сегодня, они начинали в Днепре, они играли у нас в театрах. И когда они переехали в Киев, вот тогда немедленно начали ходить, потому что их показали по телевизору. Но они же от этого не стали хуже или лучше, они хорошими и были. Просто среда достаточно замкнутая. Это замкнутое пространство нашего огромного, но все-таки, давайте признаемся, провинциального города, который диктует свои законы. Хотя сейчас есть оживление, много всевозможных событий театральных, околотеатральных. Ну а для того, чтобы оценить скандальное это событие или просто событие для театральной жизни, ну если не страны, то города, нужно обязательно пойти для того, чтобы понять, а события, по крайней мере, для себя, события это или нет.
Та до того ж ви так заінтригували, і нам самим дуже цікаво, що ж там за лід, що там за полум'я, що там взагалі буде відбуватися і як все це буде відбуватися. Ну, ми обов'язково сходимо, і ви, шановні глядачі, сходіть, подивіться, і потім, якщо ви там побачите щось таке цікаве, будь ласка, поділіться з нами своїми емоціями. І взагалі, вам може сподобатися, може не сподобатися, може ви будете розчулені, а може розчаровані, але ви відчуєте емоції, що ще раз доведе, що ви людина, тож, будь ласка, відвідайте театр та відчуйте, як воно все відбувається. І ми вам нагадаємо, що театр – це мистецтво гри, а ще витривалості, акробатики та шаленої фантазії. Це ми також дізнаємося. Про це ми також дізнаємося трошки пізніше. А зараз ми попрощаємося з нашим гостем, народним артистом України, який нам розповів і вніс знов таки величезну інтригу до нашого життя, що я вже чекаю на 3 жовтня. Ми дуже вам дякуємо, пані Євген. І, будь ласка, приїжджайте до нас ще з новими прем'єрами. Ми будемо дуже чекати. Так, дуже цікаво. Треба, щоб люди дізнавали щось нове, бачили щось нове і взагалі ходили частіше у театр. Я думаю, що завдяки такій виставі, як ваша, у них буде інтерес, у них буде цікавість, і вони будуть звати і своїх друзів, і своїх близьких, і дивитися, інтригуватися разом з усіма. Я так розчувствовався. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я обязательно приеду, тем более, что я здесь живу, я никуда не уезжаю. Я уезжаю на время и всегда возвращаюсь сюда.